Здоровенькие, были люди добрые на канале Ирина Бардель, не бойся мной, мы с вами в Огайо, штат. На минуточку, я начинала свой день с Индианы. Сейчас мы в штате Огайо. Едем мы на Батавия, Нью-Йорк. Вчера загрузилась в штате Айова. Проехалась, остановилась на ночку. Сегодня утречком встала, кофейку сделала и погнала. Вторник, всех с праздником жизни. А праздник у каждого свой, да? У меня свой, у вас свой, у кого-то еще. Может и не праздник, кого-то радость, кого-то беда. Жизнь человека, она непредсказуема. Поэтому есть как есть. Но нужно жить по полной программе, да? Сегодня здесь, в этом местности, тучки какие-то. Немножко сгустились, походу будет дождь. Ну літом дощик треба, як не крути. Природа потребує води. Ми центр как-то об'їжджаємо этого города. В следующем ролике, у меня был домашний ролик, там вопросик был один, Ирина, вы спрашивали, почему в Америке не ограждаются. Я коротко вам ответила, ну, американцы не имеют тенденции ограждаться друг от друга. Ну, наверное, потому что, ну, незачем это делать им вообще, слово совсем. Ограждают они, бывает, территорию сзади дома для животных, там собачек, да, чтобы в основном для собачек, чтобы, типа, они не выбегали, не забегали на территорию других людей. Но это, опять-таки, очень редко, но бывает. Бывает. В основном они не ограждаются. Да и нечего, зачем? Я не знаю вообще, почему у нас в Европе вот ограждаются. Наверное, потому что люди сильно любопытные и заглядывают там в дворы, да, что к чему. Или я не знаю, для чего. Или чтобы как-то вот типа, о, что же там соседа творится? Наверное, от того, да, какая мистика, типа. А никто не знает, что там за забором творится, да? Может, для этого? Я не знаю, честно, для чего ограждаются вот, подписчики, пожалуйста. У меня много подписчиков, да, с бывшего Советского Союза. Почему ограждаются у нас люди? Для чего ставят ограждения, да? Высокие заборы. Я не знаю. У нас тоже дома был высокий забор, и он есть. Ну, не знаю, почему, зачем это делают. А огород, кстати, не ограждается, да? То есть огород открытый, а двор ограждается. Не знаю, честно, зачем это делают. Мне кажется, это только наш Советский Союз, Советский мир так делал. Я не думаю, что в Германии или там Франции ограждаются заборами. Не знаю, не буду утверждать, я там не жила, не знаю. Но в Америке есть как есть, да? То есть тема забора мы сейчас будем развивать, наверное, целый ролик, это не стоит того. Поэтому
заметили, в Америке очень много мостов. Американцы, развилки дорог, вот это все, да. Мосты, мосты, мосты. И кто-то заехал, он сбил даже вывеску, на полу валяется на земле. В Америке к точке назначения могут вести тысячи дорог. К одной точке назначения, да, то есть всегда есть какая-то объездная, так или иначе ты можешь строить свой маршрут, как тебе удобно. У меня сегодня путешествие будет целый день. Уже сейчас 11:40, я начала свой день 5:30, проехала, ну, практически половина дня, да, проезжена. Еще мне останется, ну, я до 5:20 уже буду там, но я не буду доезжать до конца, но за часик где-то раньше остановлюсь, постараюсь, потому что у меня завтра груз уже есть, забираю, я еду на Вирджинию, на Ричмонд, почти что возле Ричмонда, там буду разгружаться. Поэтому такие планы, по крайней мере, по милости Господа, если проснусь, сделаю то и другое. Планировать сильно не надо наперед, я уже по жизни знаю, бывает, что-то запланируешь, а оно так все поворачивается и вообще не получается, как ты хочешь. Поэтому как-то, наверное, больше нужно жить вот сейчас, а там, что завтра, будет завтра. Будет своя какая-то тема, свои какие-то заморочки, да, завтра, сегодня, вот сегодня. Вот в городах они ставят, кстати, заборы высокие для шума, типа понижения, да, там, может, живут люди, они, чтобы шумоизоляции такая ставится, заборы, да. Так они делают, кстати, на хайвеях ставят огромные высокие заборы. Населенный пункт ограждают от шума. Всем огромное спасибо, кто со мной, кто подписался, новые подписчики, спасибо огромное. Кто заходит, гости канала, всем добро пожаловать, спасибо, что вы со мной. Те люди, которые уже давно со мной, тоже спасибо огромное. Всем большая благодарочка от меня. Я надеюсь, что будем путешествовать вместе, буду делать вам почаще. Ну и так стараюсь как-то выкладывать ролики. Это у меня было время, я что-то очень редко выкладывала. Сейчас стараюсь вам снимать по возможности и по желанию. Я не завишу от YouTube ни в какой мере. У меня есть работа, я этим зарабатываю. А это так, чисто хобби для души. Поэтому, если кому-то это нравится, мне всегда приятно. Спасибо огромное всем. Местное время здесь 11:45 и 67 по Фаренгейту, штат Огайо, окрестности Кливленда. Комментарии, друзья, всем спасибо огромное за вопросы, за все. Пишите, не стесняйтесь, адекватные вопросы, всегда с удовольствием буду отвечать на них. Долго растягивать этот ролик тоже не хочу, поэтому, как всегда, я вам говорю, до новых встреч в Ютубе. Будем путешествовать со мной, путешествуйте сами, путешествие всегда хорошо, всегда какие-то хорошие эмоции, позитивное настроение, да. Я вам всем шлю обильный Божий благословений, добра и мира. И я к вам вернусь. Всем пока.